Библия. Ее авторитет установлен был на вечной Иеговой. Но эталоном принят был аскет, ковчег с мощами, монастырь с иконой. Слово Божие не любят и не знают, руководством Библии не стало. Не любовь к Христу над нами знамя, замучились со службами, с постами. Праведность твоя на первом месте, а не праведность по вере во Христа. Церковь не Христу послушная невеста, а монахам, инокам, засушенным в постах. Библия цветет саронской лилией, а ароматов и плодов ее не счесть. Но обокрали нас попы-насильники, покусились на невесты честь. Свой авторитет, в котором тьма не свет, наложили пыльным покрывалом. В храме рев и зев, и звяк монет, вновь египетская ночь у нас настала. Идол позлощенный и молчащий, в окружении молчащих идолят. Теперь уже звучит об этом чаще, даже из епископских палат. Слово апостолов, пророков не искали, им разбили головы презрением. Сотни лет на службах стоя спали, мазали слепых своей слюной и брением. Но прозревших в ризах растолстевших так и не предвидится в купальне. Учат петь «Я грешник, грешник, грешник», слово «грешник» как парад медалей. Библия, ее авторитет, а сменой веками, вечно жив. Она любой сегодня даст портрет, цену поста, смирения и молитву. 8 сентября 2004 года.